Всем привет, друзья, канал Мастодент. В работе у нас ХВЛМ7. Мобиль приехал к нам, сделали шумоизоляцию салона. Забрали краткий обзор, штатная шумоизоляция. Пол багажника, несколько кусков вибропласта проклеена. Задняя арка, с правой стороны небольшой кусок проклеен. С левой стороны голый металл. В автомобиле одни из самых шумных мест. По салону смотрим. Значит, где вибропласт присутствует, двери. Голый металл. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию, так как поверхность не пристегает исправление. Выключили вибропласт на ховеле, проклеен у нас пол в багажнике, проклеен на задней арке. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен пол в салоне. Дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Вступили наносить второй слой. Мембранная шумоизоляция интегра 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на ХВЛ F7. Проклеим у нас мембранной шумоизоляцией пол в багажнике. Используем Raptor, толщина 4 мм. Также мембранную шумоизоляцию наносим на задней арке. Пол в салоне. Используем блокшот 7 мм. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумоблотитель Эксперт 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.